правительству Российской Федерации. Конечно, все, кто работает здесь, в России, на территории Вологодской области, должны знать и историю края, историю России, и русский язык в достаточной степени. И, кроме того, многие вот из приехавших, они уже давно мне сказали, живут в Вологде, и кто-то, может быть, берет и мечтает уже получить даже российское гражданство. Но для получения российского гражданства нужен другой, более базовый, более объемный курс. Ваш курс составлялся 82 часа, это короткая программа, но она позволяет уже сегодня вам выдавать свидетельство о знании, о определенном знании русского языка. А тем, кто будет в дальнейшем думать о российском гражданстве, то нужен уже другой базовый курс. И мы такое, как бы делаем такие шаги, чтобы получил наш университет право на реализацию такого большого объемного курса русского языка для вас. У Чун Шон. Сюда подходите, сюда. Хочу учить по-русски. Это я хочу русская работа. И по моему чуть-чуть.